Так, ну всем привет, с вами как всегда Антон Холкин. Сегодня разберем песню «Юность» из репертуара группы «Ляпис Трубецкой». Мы сейчас ее сыграем, эту песню, потом разберем перебор, аккорды и все остальные моменты этой песни. А под видео в описании вы найдете тексты и аккорды. Давайте начнем. Ты сегодня не заметишь слезы на моих глазах. Знаю, мальчики не плачут, но сегодня я в слезах. На тебе сверкает платье королевской красоты. У тебя сегодня праздник, сегодня замуж выйдешь ты. За столом кричать, а жених твой, о счастливчик, будет тебя целовать. Не залить моей печали ни шампанским, ни вином. Я хочу, чтобы эта свадьба оказалась просто сном. Улетает юность стаи белых лебедей. Давайте разберем аккорды этой песни. Значит, так песня играется в тональности ми минор, и с этого аккорда и начинается. Ми минор, соответственно. Первый аккорд ЕМ. Значит, там в начале проигрыш, ну, там такие же аккорды, как и в куплете. Значит, ЕМ. Ты сегодня не заметишь. Потом у нас идет ля минор, АМ. Слезы на моих глазах. Потом идет ре мажор, Д. Щеки не плачут. Потом соль мажор, Г, но сегодня и H7, си сет аккорд. Я в слезах. Потом то же самое, нет, не совсем то же самое. Значит, потом идет опять ми минор. На тебе сверкает платье. Потом ля минор опять, АМ королевской красоты. А здесь до мажор, С. У тебя сегодня праздник. И H7 опять, си септаккорд. Сегодня замуж выйдешь ты. Вот так заканчивается куплет. Припев начинается с аккорда ля минор, АМ. Улетает юность, потом ре мажор, Д. Стаи белых, ми минор, лебедей, соль мажор, Г. Потом то же самое. Улетает юность, и конец мечте моей. Опять то же самое.
надо мной не смейтесь, сегодня вы мои друзья. То есть три раза повторяются эти аккорды. И потом ля минор улетает и ре мажор. Юность моя и ми минор заканчивается. Вот. То есть получается мы три раза играем ля минор, ре минор, ля минор, ре мажор, ми минор, соль мажор. Вот это повторяется три раза. А на четвертый раз получается ля минор улетает и ре мажор просто. Юность моя и ми минором все заканчивается. Вот, это что касается аккордов. В принципе, дальше все по этой схеме. Куплет, припев, там, проигрыш, все. Все так же. Теперь насчет перебора. Перебор играется следующим образом. Значит, ну, то есть, как и любой перебор, мы большим пальцем извлекаем звук из басовой струны, чередуем пятую, шестую, пятую, четвертую, а первым, вторым и третьим пальцем перебираем, соответственно, первую, вторую, третью струну. Вот. А схема перебора такая. Значит, басовая, потом третья, вторая, первая, третья, вторая, третья. Вот так. Басовая, третья, вторая, первая, третья, вторая, третья. И вот таким перебором на протяжении, получается, куплета, да, первого, в частности, и второго, там, перед тем, как перейти на бой, мы играем этим перебором. Переходим на бой, вернее, в припеве переходим на бой, и там в проигрыше, и в самом конце. В общем, как бы, как вы заметили, песня состоит из перебора и боя. А бой следующий. Значит, так, как бы объяснить его. То есть, так, смотрите, значит, вначале я бью как бы слабо и, наверное, по верхним струнам, то есть вниз, и потом опять же вниз сразу, только уже с оттяжечкой, с такой, как бы, вот выглядит это вот так. То есть это первые. Потом два раза вверх, и опять то же самое, что играли вначале, то есть слабо и сильно. Получается все вместе вот так. Этот рисунок играется, когда аккорды играются боем. То есть еще раз, смотрите, бьем слабо вниз, потом сильно вниз, потом два раза вверх и опять слабо вниз, сильно вниз. Все вместе получается вот так. Бою вроде тут все тоже довольно просто. Ну вот, уважаемые друзья, сегодня мы разобрали песню «Юность» из репертуара группы «Ляпис Трубецкой». Ну, надеюсь, все было понятно и доступно. Ну а с вами, как всегда, был Антон Холкин. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А я на этом прощаюсь и желаю вам всем хорошего дня. Все, всем пока.